встал, смотри. Такой, далеко. Не-не-не, я рядом сказал, мое. 8-8. Я долбоёб, я бы хотя бы между взять. Заказать. Четвёртка моя. Да. Поле, поле. Больше локоть заводи. Ты выходишь с прямой рукой. Тогда жестче ставь запястье и уже. Не пьют.
бегать, готовимся. Бегать! Кать, не поднимай наверх касание. Все внизу оставь. Дальше стой. Дальше. И готовься бежать вперед. Сейчас не видел, там не подъедет? Нет. Я сейчас жду, когда я ее пропустила. Я так долго смотрела. А, редко бывает. Да. Да, ты нравишься. Смотрите, все начинается с первого касания.
Вы опять здесь стоите и половину мячей. Вот, у вас встаньте, здесь, вот на этой высоте удобно принимать. Неудобно принимать, пропускаем фаул. Много раз уже говорил. Не поднимайте сюда прием. Плотное касание сделай, либо кулаком, либо основанием ладони. Очень мягкое касание на подачу лет. Ты вышли, полтора метра. Не лезем вперед, стоим на месте, стоим. Пока мяч не впереди, стоим. Все, закончим. Давайте три подачи и заканчиваем. Поиграть, хорошо провести время, и выиграть. И если эти два человека,
То есть получается, пасующий пасует одно, а нападающий, судя по позиции, готовится совершенно к другому. То есть у нас, например, пасующему пришло в голову, что на ветру мы не делаем высокую передачу. Он дает невысокую передачу, а нападающий об этом не знает. В данный момент пасующему пришло это в голову. И он ждет мяч в 3 метрах. Вы можете договариваться заранее, встаете в прием и проговариваете комбинацию, которую вы сыграете по умолчанию, когда у вас будет более-менее нормальный довод. Либо, что лучше, сразу после своего приема, после своей доводки, вы оцениваете ситуацию, что вы в этой ситуации лучше всего сыграть, заказываете передачу и бежите в другое решение. Я бы идеально. Старайтесь, и то, и другое. Самый худший вариант, когда вы ногами выходим, так же ситуацию улучшим после наших подростков.